В Талатском районе, где в основном занимаются животноводством, в последнее время придают особое значение и растениеводству. В этом году перед фермерами в плане освоения 14 тысяч гектар земли. Сейчас ведутся полевые работы. А самое главное это то, что теперь проблем с поливом не должно быть. Подробнее в материале. Крестьяне, прекрасно знающие, что один весенний день год кормит, сейчас активно занимаются посевом. Главный приоритет здесь отдается многолетним травам и люцерне. Так, крестьянское хозяйство Кадырбек засеяло люцерну на 90 гектарах. Применяя необходимые для сельского хозяйства технологии, здесь теперь планируется увеличить и посевные площади. Вот уже как 3 года мы взяли в лизинг пресс. Теперь планируем приобрести также трактор и другую технику с помощью государства. До сих пор нехватка воды была причиной того, что не очень активно занимались земледелием. Теперь этот вопрос окончательно решен. В течение 3 лет были заменены лотки и проведен капитальный ремонт канала Тамды. В сельском округе Тамды есть 1300 гектаров орошаемых земель. Их фермеры засеивают. На водоемах также были проведены ремонтные работы, а также закреплены борта. Это позволит собрать соответствующее количество воды и постепенно распределять ее в течение всего лета. По району 55 каналов. Сейчас силами специалистов совместно с фермерами 36 километров очищены. Немаловажным моментом является применение новейших технологий. Фермеры массово внедряют систему дождевального и капельного орошения, что позволяет получать новые источники дохода. Ильдар Гизатуллин, Канат Бахытулы, Жамбыл Ньюс.